Роза – удивительно красивый цветок, увековеченный в стихах и легендах. Около 4000 лет назад роза была получена от обыкновенного шиповника неизвестным садовником и с тех пор радует глаз. Роза славится не только красотой и своим ароматом, но и целительными свойствами. Бактерии в течение 5 минут погибают при контакте со свежими лепестками. Розовое масло – один из важных компонентов в медицинском и косметическом производстве. Лепестки розы содержат витамины С, В, К. В лепестках содержится практически вся таблица Менделеева. Роза – универсальное средство для укрепления здоровья. Розовое масло стимулирует иммунную систему, улучшает деятельность желез внутренней секреции. Оно полезно для желудочно-кишечного тракта, останавливает процесс брожения в желудке и кишечнике. Ванна с лепестками роз является идеальным средством для лечения нервной системы. Отвар из лепестков роз успокаивает раздраженную кожу. Масло розы восстанавливает и обновляет клетки кожи, уменьшает рубцы и растяжки, борется с морщинами и освежает и подтягивает кожу.